Привет, снова с вами компания Кура. Сегодня мы по просьбе читателей, подписчиков, сбрось читателей. А что говорить? Всем привет, снова компания Кура с вами на связи. Сегодня протестируем масла бренда Лукойл. До этого мы делали тест, попросили нас сделать Лукойл для японских автомобилей с вязкостью 5W30, да, и Armatec Genesis. То есть тест есть на канале, можете посмотреть. Вот, после этого начали там писать подписчики, а протестируйте там всю линейку Лукойл. Ну, как бы большинство проголосовало за то, что нужно протестировать для европейских автомобилей с вязкостью 5W40, тот же Лукойл, Genesis, Armatec. Вот. То есть линейка обширная, как бы там и для корейских, и для японских у них есть, ну как бы, вот, и протестируем, сравним его с нашим маслом, схожим они по вискосным и по допускным параметрам Акора 540 Синт. То есть мы сейчас что сделаем, протестируем сначала, давайте, ну, Акору, потом Лукойл, можем наоборот, сначала Лукойл, давайте сначала Лукойл, потом Акору. Сейчас мы подготовим, соответственно, поверхность, ролик зачистим. Остается взносы, задели, мы сейчас тем самым зачищаем, подготавливаем поверхность теста. То есть тесты проводятся, ну, в одинаковых равных условиях. То есть перед каждым тестированием будем производить зачистку ролика. Ну и производим, скажем, конечно, Лукойл 540 Genesis Armatec для европейского автопрома. Открываем канистру. То есть канистра запечатана. Наливаем масло в ванночку. Ролик чистый, без задиров. Надеваем его на станок. Проворачиваем. Ну и начинаем нагружать вот такими вот блинами, кто наш ролики смотрит впервые, вес одного блина 550 грамм. Запускаем, начинаем нагружать. Два. Три. Четыре. Ну, то есть 4 произошло заклинивание. Сейчас покажем, что здесь на ролике и на трущейся поверхности другой. То есть образовался вот такой задир. Фокусируйте. Так, ванночку с маслом в сторонку. И здесь сейчас посмотрим. Ну, соответственно, если там у нас задир, то и здесь это тоже видно и отразится, да? Вот, пожалуйста. Смотрите, видно, да? Дорожка такая шершавая, с задирами. То есть произошло заклинивание на 4 блинах. Вес одного блина 550 грамм. Сейчас мы что делаем? Сейчас мы также подготовим поверхность, тут этот задир удалим и протестируем наше масло уже, Акора 540 Синт. Зачищаем обычной наждачкой, щеткой. Что там тоже люди пишут порой. Я повторяю тут, здесь, как говорится, над роликом в ролик, что перед тем во что-то написать, хорошо подумайте, чтобы вам не выглядели смешными. А то вот у вас там какая-то специальная раздачка, чуть ли не цирковая. Салфетками бумажными какими-то специальными протираете. Глупо. А порой даже смешно. Большей части смешно даже читать какие-то комментарии. То есть лучше пишите, что какие масла протестировать.
А если есть сомнение, что масла приобретаются не там или присылаются не там, не теми людьми, ну возьмите хоть раз сами, пришлите свой образец масла, который хотите, чтобы мы протестировали. Итак, переворачиваем сейчас ролик на новую сторону. Пожалуйста. Посмотрим. Аккор 540 синт. Тоже. Масло чистое, новое. Пожалуйста. Ну и в принципе тоже, все то же самое. Блины те же самые, 550 грамм, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нагрузка уже в два раза больше. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, в принципе, вы все сами увидели. 12 блинов. Нагрузка выдержана. То есть, повторяюсь, мы ни в одном ролике не говорим, что то или иное масло хуже. И вы не покупаете и так далее. То есть, в любом случае, решает потребитель. Покупать, что заливать, кому доверять, кому не доверять. То есть, мы в любом случае рекомендуем и показываем тест именно в сравнении, чтобы у вас был, как говорится, право выбора. Поэтому... доверяйте качеству, проверяйте продукцию. То есть, приобретая нашу продукцию, вы можете проверить ее данным способом на станке. То есть, придя в магазин, можете купить канистру, открыть. Мы 20 грамм, там сами видели, сколько нужно масла для теста. Вылим, сольем и проведем тест на ваших глазах. И вы убедитесь о том, что здесь, как многие пишут, неизвестно, что налили, канистра вскрыта и так далее. Ради бога, приходите к нам, приобретайте. Мы любую канистру вскрываем, при вас сделаем тест. Это... доказательство нашего качества, нашей продукции. С вами была компания Акора. До новых встреч. До свидания.